И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Твикс, и добро пожаловать на мое новое видео. Ребятки, сегодня у нас необычный ролик, потому что я решил пройти карту от подписчика. Да, ребятки, это не совсем формат, который я снимаю, там, про деревню, там, вот, такие ролики. Да, вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики. Также пишите комментарии, понравился вам ролик или нет. И также накидывайте свои идеи, что мне снять. Также нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моем новом ролике. Ну а мы переходим к ролику. Поехали! Так, ребятки, вот я не знаю, что тут за карта. И так, это что у нас? Левел 2. А, вот левел 1. И это, получается, мне надо пройти. Так, ну давайте пробовать. Так, так, опа. Нифига себе, ребятки, я запрыгну. Ой, а как туда? Давай, допрыгни. Блин, ребятки, тут надо с разбежки. Чего? Ребятки, я не умею с разбежки. Давайте еще раз пробовать. Опа, опа, хопа. Блин, ребятки, почти. Сюда. Так, а дальше как? Опа, запрыгнул. Держусь. Опа. Ребятки, я прошел. Вот честно вам хочу вот сказать, ребятки. Вот я без записи пытался пройти, у меня не получилось. Как только включил запись, прошел. Так, что у нас тут? Стекло. Ну, давайте возьмем так. И что? Ребятки, а что-то не работает. Так, подождите. Первый пазл. А куда пазлы надо собирать у нас? Так, ребятки, давайте смотреть. Так, 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 так. А, вот, все. А куда пазл-то, а? Может, сюда куда-нибудь? Нет. Может, а куда пазл-то собирать? Ребятки. Что-то я не совсем понимаю. Может, давайте в конец пробежимся. Так. Не знаю, ребятки. Ну ладно, давайте, короче, дальше проходить. Может, в конце мы и узнаем. Так. Второй уровень. Ой, я вижу начало уже. Ай, больно в ноге. Так, понеслась. Так. Ну, это уже легко для меня. Чего? Как? Я же разгон беру. Что за фигня? Так, окей. Вот так вот. Да как? Я ж нажал. Ё-моё, ребят, меня этот уровень бесит. Да что такое-то, а? Так вот. Вот так вот. Да что такое, а? Так, ладно, ребятки, давайте. Опа. Так. Последний прыжок. Наконец-то, ребятки. Вы бы знали, сколько сил было потрачено на этот уровень. Так, дальше что? Дальше какой-то... А, угольный блок, точно. Так, нажимаем на кнопку. А, точно, там же все убралось. Так, бежим. Ребятки, мне интересно, какой третий левел будет. Так. Главное, чтоб не сложный, ребятки, пожалуйста. Так, третий левел, вот он. Вау. Ну, не очень-то и сложный какой-то. Так. Хопа. О, ребят, я какой-то песчаный вижу. Вау, ничего себе тут. Даже снежный есть. Ой, на снежный я что-то не хочу. Так, куда мне дальше? А, вон я вижу. А! Блин, ребята. Это очень сложно. Разбежечки, давай, 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 давай. Как? Как я не запрыгнул? Что?
Что, простите? Так, окей, еще разочек. Так, разбежечка. Побежали. Все, так, прошел. Ой, ребята, это будет очень долго. Так, ладненько. Давай. Да что такое? Короче, ребятки, давайте, когда я буду вот на том заборчике, ребят, я включу запись. Так, ребятки, я без вас тут прошел. Я просто тут очень сильно бомбил. Особенно вот на этих вот заборчиках. Ой, ребят, я столько раз падал. Так, что у нас тут? Изумрудный блок, чё? Так, ладненько. Открываем следующий уровень. Легкий будет. Это у нас адский, да? Так, ну вроде бы тут легко, ребята. По сравнению вот с теми уровнями, тут вроде как легко. Давай, я доплыву. Блин. Чё-то я не доплыл чуть-чуть. Так, а как тут проходить? Хоп. Так, хоп. Так, надо тут разгончик взять и допрыгнуть. Вот так вот, ребятки. Давай. Да как? А, обратно давай. Да ёшкин ты ж кот, ребята. Как? Как я упал? Чё за бред? Так, понятно, ребят. Сейчас я, короче, вернусь. Ребятки, я прошел этот уровень. Извините, конечно, что не записал. Там просто я очень сильно бомбил. Не хотел это снимать. Вот. Так, что у нас дальше? Ребятки. Я только сейчас заметил. А пазлов-то теперь нету? Я ж умер. Ну ладно, я думаю, они не пригодятся. Так. Так, дальше сюда. Вот сюда. Так. Дальше сюда. Сюда, сюда. А дальше просто вздыхаем. Да, вот, ребятки, все у нас сожглось. Еще и дождик пошел. Так, сейчас у нас какой? Так, это третий. Так, а вот и пятый. Давайте, ребятки, я, наверное, с вами буду прощаться, потому что, вау, ничего себе, конечно, уровень. Когда наберется 35 лайков, ой, я случайно. Когда наберется 35 лайков, тогда и вот и буду снимать этот ролик. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Твикс. Всем удачи. Всем пока, друзья. Пока-пока.